В преддверии 20-летия Астаны в Гааге прошла фотовыставка «Неизведанный Казахстан». Среди гостей экспозиции депутаты голландского парламента, представители правительственных, дипломатических и бизнес-кругов королевства. Наш европейский субкорн Жанат Эрнст побывала на выставке. Коллекция уникальных фоторабот, живописной природы и ландшафтов из разных уголков Казахстана. Отдельная часть экспозиции посвящена становлению молодой столицы Астаны. Фотокартины помогают по-новому взглянуть на колоритные пейзажи и разнообразную природу нашей страны и почувствовать атмосферу и динамику главного города. Гости выставки отметили активную роль Астаны в качестве центра международной дипломатии и миротворчества, развития современных технологий и инноваций. У Нидерландов с Казахстаном хороший уровень сотрудничества в торговле, и есть еще очень большой потенциал и в других сферах. В сельском хозяйстве мы также можем работать вместе. Судя по фотовыставке, мы можем сотрудничать и в туризме. Эта замечательная выставка показывает, что Астана – чудо-город. Он великолепен архитектурно и удобен для горожан. Как представитель густонаселенной страны, я впечатлен видами дикой природы в Казахстане, ее натуральной красотой и простором. Астана – это чудесный город, который стоит посетить. Я поздравляю вас с открытием этой красивой выставки. Я несколько раз был в Астане, и хотя это новый и современный город, у него есть национальный колорит. У Казахстана и Сирии богатая история отношений. Обе страны лежат на шелковом пути. В Дамаске похоронены два очень важных представителя казахского народа – Аль-Фараби и Аз-Захир Бейбарс. Это дает почву для прочных отношений между двумя народами исторически и в культурной сфере. Мы благодарны правительству Казахстана за ведение межсирийских переговоров. Астана стала площадкой для нескольких раундов с очень позитивным результатом для создания зон деэскалации. Особую атмосферу вечера помогли создать древние тюркские напевы с традиционными казахскими мелодиями в исполнении известной казахстанской этно-рок-группы «Роксанаки». Казахстан развивается не только в плане своей национальной государственности, национальной самоидентичности, но и дает пример такого нового инновативного отношения по строительству, вот, в данном случае, Астаны. Астана сегодня является символом и гордостью не только Казахстана, нашего региона, потому что он по-новому позволил посмотреть и на Центральную Азию, и на то, как мы развиваемся в регионе. И это очень важно, потому что мы сегодня все и в Узбекистане, и в Казахстане, я уверен, и в других сопредельных странах чувствуем ответственность за нашу общую судьбу, за наше общее будущее, за наше развитие. Еще одним знаменательным событием этого вечера стало то, что мы официально представили новый сорт тюльпана под названием «Арман Кала», который выведен в Голландии в честь 20-летия Астаны. И первая партия луковиц этого тюльпана отправилась в Астану для того, чтобы радовать гостей и жителей нашей столицы. Представители голландского бизнеса отметили значимость создания международного финансового центра «Астана», уникальной площадки по притоку капитала и развитию новых финансовых технологий. И выразили уверенность в дальнейшем продолжении двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Жанат Эрнеш, Умарт Ахметов, Хабар 24, Гаага, Нидерланды.